же будем распаковывать посылку. Ура! Там пришла долгожданная посылка. Вот она. Посылка из Калининградской области. Я думаю, уже многие догадались, кто мне ее прислал. Главное, когда я посылала свою посылку, мне не разрешили в такой коробке. Олесе больше всех не терпелось ее вскрыть. Ну, я думаю, уже поняли, что кто прислал это из Калининградской области. Это Наталья Горбатова. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я очень люблю смотреть ее видео. Она такая хозяйственная. У нее всегда дома чистота и порядок, не то что у нас. Вау! Как красиво все упаковано, обалденно. Смотрите, какая красота вообще. Очень мило и красиво. Опа. Так, Олесь, ну подожди. Так, открыточку мы прочитаем попозже. Ух ты. Я посмотрю. Ну что, как это открывать будем? Резать? День. Вот так? Резать. Ух ты. Ух ты. Это... Вау. Это мне стоит. Мама, мою открой. Так, это я так понимаю. На лицо, наверное, наклеивать наклеечки. Тушь. Тушь мне как раз очень нужна. Так. Еще. Натуральное густое сибирское масло для ног. Я обожаю всякие косметические штучки. О, смотри, тут такая как будто сумочка, да? Да. Классно. Что тут открывать? Вот кто у нас больше всего любит распаковывать посылки. Там печеньки. Давай, о, потом это, давай потом. Вкусняшки. Давай потом поедем, ладно, Олесь? И вот тут, наверное, да, тут либо конфет, а, наверное, тоже печеньки. Вот. Вау, что такое? Сумочка. Я боюсь, она сейчас этими ножницами поранится. Ой, Олесь, давай я лучше открою. Это колечко тебе, красотульки моей. Вау, классно, ну-ка покажи, это колечко и там печатка, да? Да. Да. Петрозочки? О. Угу, классно. Так, давай смотреть следующее. Да. Это без ножниц и клея коллекционный набор мебели. Детская. Мама, я думаю, хочу... тебе это очень понравится. Ну, я хочу вот эту. Ты сразу все хочешь? Давай откроем, покажем, а потом будем уже внимательно все смотреть инструкцию и с тобой сделаем завтра. Или попозже, ладно? Давай вот это сделаем. Еще? Обалдеть. Вот это открой. Подарки вообще классные. Давай на тебя вот это открой. Это мыло, наверное. Понюхай. Вкусно пахнет. А вот это что такое? Морская губка. Смотри, какая она смешная. Вот такого у меня точно ни разу не было. На, посмотри. Далее. Масло лепестков дикой розы. Вот это да, она была. Ну, подожди, подожди, подожди. Интересно. Чем пахнет? Не знаю. Ее можно еще вырывать. Только давай ее не будем ковырять и рвать уже. А это что такое? Защитно-регенерирующая губная помада. Вот, посмотрите теперь поближе, какая красота. Мне вообще все безумно понравилось. Наташенька, спасибо большое. Мы с дочкой безумно довольны. А вообще очень классно, что всю эту идею организовала у нас Рита. За что ей огромное спасибо. Ссылку я где-нибудь тут оставлю или внизу под роликом. Хочу сказать огромное спасибо Наташе. Нам вообще все безумно понравилось. Вообще неожиданно. И смотрите дальше распаковку посылок. Вот тут я оставлю эту ссылку на видео. И также под роликом. Вообще подарки очень приятно получать, особенно когда видно все это с душой, все очень красиво упаковано. А список всех участников обмена нашего я оставлю внизу под роликом. Наташе я обязательно к 1 января прям пришлю какой-нибудь маленький уютный сюрприз. А на этом все. Всем пока и всем счастливого Нового года!